Опа, ребятки, ура, первая рыба. Ничего себе, смотрите, как сопротивляется. Ох, карпушка клюнул. Привет, друзья, с вами Михалыч и канал Клуб Рыбаков. Ребятки, красота, с утреца над рекой, блин, шикардос. Короче, нахожусь сейчас на дикой реке, Растовица называется. Хочу с поплавочком вот где-то здесь погонять все, что есть. Короче, будем ловить какую-то белую рыбу. Мне дали наколку, сказали, что здесь водится хороший лещ. И вроде бы как бы есть карась, сазан. Единственное, что здесь неудобно, крутой, очень крутой берег. Сидеть будет неудобно. Сейчас возьму, наверное, длинную короткую удочку и будем что-то пробовать, будем что-то делать. И первое, что мы сделаем, это замешаем прикормочки. Ребятки, основное направление — лещ на реке. Значит, я взял сегодня, как раз покатаем новую прикормочку от Интеркриль, лещ шоколад. Туда добавим зерновых от Рикобайс, чуть-чуть конопли, чуть-чуть гороха, плюс добавляем молотой антарктической креветочки, грамм 100, наверное, добавим. И так как лещ из породы карповых, ребятки, а карпы любят пелис, то я добавлю чуть-чуть интеркрилевского пелиса 4-миллиметрового. Пелис-криль-микс. Блин, бомба пелис. Этот пелис можно в Атлантике использовать. Отлично занимается, я же его проверял. Ну и это все зальем сладенькой мелассой от Рикобайс. Ребятки, снова предупреждаю вас, на криль, на молотую антарктическую креветку очень много подделок. Так что будьте бдительны, настоящий криль, настоящую антарктическую молотую креветку делает фирма Интеркриль. Идет она вот в таких упаковках с разной развесовочкой. Так что обращайте внимание. А то продают разную чухню под видом криля. Удобная ведерочка сделали Golden Catch, Golden Catch Synthes. Блин, классная прикормочку замешивать. И когда рыбки наловили, рыбку сюда забросили, повезли домой, закрыли ведро. Она на молнии, ведерко на молнии. То из вас ничего не брызгается, то рыба не воняет машина. Блин, шикардос ведерко с ПВХ. В линейке Golden Catch Synthes не только ведерко для прикормки, их там есть и чехлы разные под удочки, под спиннинг. Вот прикольная ведерочка для водички. А сумка, ребята, это вообще мечта любого рыболова. Я ее приспособил, это типа спиннинг, фидерно-спиннинговая сумочка. Я ее приспособил и на рыбалку под хищника, и на рыбалочку под белую рыбу. Вот эта сумка у меня чисто по мирной рыбе. То есть здесь там коробочки, 4 вида рыбалки, вот поплавочки у меня там, фидерная коробочка, кормочки, флетовая коробочка. Скажите, удобно, ребят? Хопа-хопа-хопа, все забросал. И главное, смотрите, она форму держит, то есть не складывается, если коробку достали. И плюс тоже она сделана с ПВХ и не промокает. Хоп, и тут отделение. Куча разного всякого барахла туда наложил, видите? Пуфики, там спомбы, манка, спреи. Ну, короче, всякая мелочевка, крючки и тому подобное. И под сегодняшнюю рыбалочку я приготовил 3 удочки с разной длиной и в разном ценовом диапазоне. Вот, ребятки, моя любимая удочка, которая вообще без веса, под белую рыбу. Я ее использую в основном, когда рыбачу с мормышечкой. Знаете, мой секрет, ну вы же все знаете, кто смотрит мой канал, секретная снасть, которая идет с мормышкой. Вот как здесь, мормышечка вместо крючочка, и пошли проводочку работать. Блин, удочка просто супер бомба класс. Называется Tika Golden Catch Powerful Neo 5-метровочка. Потом взял я еще одну 5-метровую,
также классную удочку, но уже из бюджетного варианта. Если Powerful-ка стоит что-то там в районе 1000 гривен, то Zeox Element удочка, также она 5-метровая, идет от 500 гривен. И я здесь зарядил ее на обычной оснастке, то есть обычный поплавочек, вот Golden Catch-овский. Классные поплавки, между прочим, понравились мне, их катал. И обычная оснасточка плюс крючок. 8-й номер крючочка от Гюрза. Потом покажу. И, ребятки, во, я влюбился. Еще одна появилась у меня любимая удочка. Вы знаете, осенью, сейчас у нас конец сентября, осенью рыбка уже отходит дальше от берега. И надо, если на удочку ловить, то надо что-то подлиннее. Я искал 7-метровые удочки. И нашел у Тики. Называется она Тика Эксклюзив. Ребятки, по весу эта удочка сравнима во, с 5-метровочкой. То есть проводочку на мормышку. У меня здесь где-то мормышечка. А, не, я крючка вчера поставил. Но я рыбачил, вот последний месяц я ее катал. Вы знаете, перед тем, как вам показать что-то, я сам его сначала катаю. То я ее катал на мормышку. Блин, целый день в руке держишь удочку, то есть проводку ловишь, и рука не устает. Конечно, не дешевая эта удочка, но кто ищет себе хорошие 7-метровые, легенькие, классные удочки, вот могу рекомендовать. Тика Эксклюзив, 7-метровочка. Ну, стоит она что-то там, то ли 6, то ли 7 тысяч гривен, ребятки. Стоит как последний раз, но оно того стоит. Купила раз и вперед. Кому дорого или кто не хочет платить такие деньги, вот, ребятки, вот ваш выбор. Полностью карбоновая удочка. Zeox Element. Я ее в этом году тоже покатал уже, блин, и на карпах, и на карасиках. Бомба удочка. Вот 500 гривен заплатили и имеете шикарную удочку. Ну, конечно, она потяжелее будет, чем эти две. Так, ну что, выставляем глубину. Надо посмотреть, какая глубина, и кормиться. Сейчас начнем с 5-метровочки. А потом посмотрим, где рыбка. То ли ближе к берегу, то ли дальше. Будем смотреть, на какие будем ловить удочки. То ли на 5, то ли на 7, то ли на 2 удочки будем ловить. И да, все удочки оснащены лесочкой Jackson Sattery Premium. Центральная леска я на всех поставил 0,2 мм. И на поводочках 0,16, 0,14 и есть даже 0,12,5. Также Jackson Sattery Premium. Ну и вот 7-метровая, здесь обычный крючок. Сейчас покажу вам крючочки, вот они у меня лежат. Эчик. На 7-метровой, во, 8-й номер крючка, называется Гюрза Аджидовский. Такой интересная форма крючочка, бомба. Я их и карпа ловил, и карасика ловил, леща еще не ловил. Попробуем сегодня половить леща на них. Выставляем глубину. Ребятки, то тут глубина под берегом, ни хрена себе, тут русло идет. Смотрите, видите, он поплавочек где? Метров сколько там? Раз, два, где-то 3,5 метра. Ого, как раз на леща то, что надо. Мне мой друг Паша дал наколочку сюда, опа, на это место. Он говорил 2,5 метра, наверное, вода поднялась. Сейчас спускает частные озера, частные ставки, и пошла вода в реки. Опа, кушай рыбкой, приплывай, большая-пребольшая. Маленькой нам не... Не, если карасики, то карасики ладошечные давайте. А лещи такие все по 2, по 3 кило. Ну, можно и пятерочку. А теперь самое интересное. На крючочек мы будем одевать. То есть ловить рыбку мы будем на пуфики. На тоже, ребятки, лучшие пуфики, которыми я пользовался. Вот. Пуфики от компании G-Stream. Мне Паша подсказал, что здесь по-хитрому рыбка клюет. То есть надо пуфики и надо еще плюс манку. Будем ловить на белая рыба и пуфики мед. Плюс, ребятки, я наколотил манки, так называемая болтушечка. Смотрите, какая хорошая. Кто не знает, как сделать, я вам оставлю подсказку в правом верхнем углу. Или поищите на канале, есть видео, как ее сделать. Сейчас мы набираем ее в шприц. Там на канале я тоже рассказал, как шприц набирать. То есть вытаскиваем штопор, то есть поршень. Блин, шприц неудачный, остался поршень там. Ну и короче, сюда и всасываем, так вставляем и всасываем маночку туда. И, ребятки, еще один секрет маленький такой. Значит, манку я попшикал спреем. У компании G-Stream есть классные спреи. По карасям, блин, карась...
где-то мой карась чебрез и карась чеснок. Вот чеснок вожу с собой и вожу еще чебрез. То чебрез, блин, просто показал одурительные результаты. То же самое, манку брызгаем. И я побрызгал манку жестримовский спрей «Ляш сладкий». И эти пуфики классные тем, ребятки, что они не спадают с крючка и не тупят крючок. То есть они мягенькие. Легко одеваются на крючок. Видите? Мягенькие пуфики. И не спадает, что самое главное. Начнем, наверное, с белой рыбы. Если не, то будем пробовать. То будем тогда пробовать медовые. Так, ну что ты крючки за пальцы цепляются? За рыбу вы так бы цеплялись. Опа, смотрите, видите, как легонько оделся. Раз. И наверх теперь наматываем, накручиваем маночки. Вот такой будет шикарный у нас бутербродик, угощение для лещей речных. О. Вот так получился какой-то снеговичок, типа. И забыл вам сказать по поплавочках, ребятки. На 7-метровой удочке у меня поплавочек 2 грамма, а на 5-метровых по 1,5 грамма. Ну что, рыбка, ловись, большая и маленькая. Хрен с ним, маленькая тоже ловись, если ты будешь карась. Пока там лещ подтягивается, мы соберем мою 5-метровочку, мою любимую удочку. Между прочим, ребятки, смотрите, какой крутой берег обрывистый. Я вот поставил кресло свое, одно из самых шикарных кресел. Brain Recycliner, мы такое разыгрывали у нас в конкурсе. Видите, здесь ножки регулируются, то есть, вон смотрите, там выдвинул, здесь задвинул, там чуть-чуть выдвинул, впереди выдвинул, и оно классно стоит. Стоит, не ездит и не складывается за счет того, что здесь стоят защелки. Спереди защелки и сзади защелки, видите? И оно регулируется, можно спинку раскладывать, можно вообще лежать в этом кресле. И рассчитано даже на нормальных пацанов, может сидеть на 200 килограмм рассчитано это кресло, ребятки, представляете себе? Шикарно, блин, сидишь на рыбалочке, отдыхаешь и рыбку ловишь. Так. Раскладываем нашу 5-метровочку. Как я говорил, на 5-метровке здесь у меня с мормышечкой поплавочек 1,5 граммика. Ези пятерочка. А на 5-метровой удочке, смотрите, почти под берегом поплавочек. Здесь где-то метров 2, ё-моё. Там около 4 на семерке, и здесь 2. Сейчас посмотрим, куда рыбка подойдет. Так. Ну что? На мормышечку заряжаем пуфики мед. Пуфики мед и наверх то же самое накрутим маночку. Все, тоже такой снеговичок получился красивый. Ну, давай, на мормышечку клюйте караси. А на семерочку клюйте лещи 3-килограммовые. Так, ребятки, чуть не забыл. Надо ж, как же я буду вытаскивать этих лещей 3-килограммовых. Надо подсачку положить где-то под руку. Брейновская подсачка как раз то, что надо. Обрывистый берег, она длинная, легенькая и хорошо будет доставать. Видите, здесь вот она у меня разложенная сейчас где-то метров 2,5. Вообще она 4 метра набирается. Брейн Фантом называется. Упс, видите, будет хорошо доставать рыбку. Так, подсачка лежать здесь. О, все. Я, в принципе, готов к приему рыбы. Опа, ребятки, первая рыбка клюнула на 7-метровую удочку. Ух, красота тяну. О, кто ты там? Ё-мой, а, подлещик, я думал карась. Фу, ребятки, первый небольшой такой подлещик. Так, чувак, ты погоди пока. Ты пока погоди, видите, сработало, блин, пуфики и маночка сработала все-таки. Такой грамм 200, первый подлещик клюнул. Так, надо норочку, сейчас, братан, погоди. Крючочек хорошо засек его. Бомба. Ребятки, я когда-то вам уже говорил, моя самая фартовая норка. Садочек от Калипсо. Блин, садок классный. Да еще и фартовый. Когда я его с собой беру, всегда с уловом. Хопана, идет, видите, в отдельной сумочке.
Классно, что он квадратный, прорезиненный, то есть рыбка не цепляется перьями за этот садок, блин. И хорошо рыба живет в нем. О, можно, можно его растянуть, там палку всунул, тычку какую-то. И получается бомба, стягивается в середине, чтобы рыбка не выскакивала. И они есть 2,5 метра и 2-метровые. У меня 2,5 метра. Я люблю, чтобы было подлиннее. Как раз будет то, что надо. Берег крутой. А ну, достанет. О, видите? Четко достал. А чтобы был 2-метровый, то было бы маловато, наверное. Первый лещ вообще в этом году. Подлещик, точнее. Ить, ить. Давай, братику, иди в норку, а там потом разберемся с вами. Белую рыбу снова ставим. Белая рыба и маночка. Хочется побольше, конечно, рыбку. Это вообще мелкий. Ну, первый. Первый, блин, первая рыбка. Пофиг, все. Заряжаем снова то же самое. Есть такое, есть такое. Ну, клюнь побольше, братан. Братаны, давайте. Блин, ребятки, буквально сижу тут с полчасика, наверное. За 30 минут подтянулась рыбка на нашу прикормочку. Радует, радует. Прикормка сработала. Ну, я думаю, на эту прикормку сейчас и сам Нептун приплывет, блин, и клюнет. Ну что, ребятки, не нарушаем традиций, да? Из лучших термосов за жируши надо жахнуть чаечка. У меня термокружечка. Чик. Когда сам на рыбалочку сейчас езжу, беру с собой термокружки. А если с кем-то, то беру термоса. Блин, ребят, лучшие термосы, которые есть в Украине. Скоро зима, пока они еще есть, там на остатки еще немного осталось. Кто не купил, ребятки, всем рекомендую приобрести. Зимой без термоса никуда. За начало рыбалочки, за первого сбитого, ребятки. Такая радость, когда на незнакомой реке первый раз, и ты поймал рыбку, что ты сделал все правильно, она подтянулась. Ах, за это и жахнем. Короче, друзья, за первого сбитого, и, конечно, за вас. Не сидите дома, вставайте с своих диванов, давайте на водоеме. То есть погодка настраивается, все классно, душа поет так шикарно на водоемах. Давайте, вылазьте из своих квартир. Короче, ребятки, за рыбалочку и за вас. Бум, будьмо. Вообще, какая красота, блин. Лес, сижу в лесу, ребят. Здесь смешанный лес, дубы вот растут. Я же люблю и грибочки пособирать. И так аж руки чешутся пойти по лесу погулять, блин. Грибы белые пособирать. Ну, еще какой-то сазан приплывет, да стырит удочку. Ну, его нафиг. Наверное, надо будет на грибы отдельно выехать, как-то день выбрать. Опа! И на пятерочку. Так, друже, давайте нас. Не будем ломать удочки. Иди, подсачку, братик. Опа-на! Иди сюда, дружбела. Есть второй, я же говорю, только хряпнешь чайка, так сразу оно идет, так сразу оно идет. О, ребята, этот клюнул. Так, ты что там путаешься? Ну, ты как ты там закрутился? Этот клюнул на медовый пуфик и маночку. Работает бутербродик, видали? Работает. Тоже такой небольшой. Фу, какие они в слези. Фу, сопливые. Елки-палки, давай. В норочку вторым будешь. Видали, манка правильно сделана. Манка тоже не спадает. Можно пуфика одевать и забрасывать. Этот меда захотел. Я говорю, рыбка сейчас сладенькая хочет. Карасики тоже на сладкое клюют. О. Все, манку даже не добавляем. Забрасываем так. Эпана, поехали. По следующего. Этот клюнул проводочку. Я ему подыгрывал. И он не удержался и клюнул. Ну давай, снова так же. О-о-о-о. Давай, 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 давай. Подыгрывал, снова поклевка была. Блин, и там, и там, и там у нас. И там клюет на 7-метровочку. О, чего-то вроде бы как бы побольше. Смотрите, как удочка отрабатывает красиво их.
этих подлещиков. О, там уже Давид такой, Давид. О, дядька Лещ, ё-моё. Так, сачок. Сачок. Так, можно даже и больше, наверное, сейчас раскладу подсачку подлиннее выдвинем. Опа, будет удобнее брать. Опа-на! О, ребят, смотрите, какой. Ух ты, куда? Хочет смотаться. Ну стой, поводка не оторви. А, здесь 14-й стоит поводок. Во, народ, смотрите, какой здоровый лещар уже клюнул. Ну такой, сколько его, блин. Уфик, белая рыба. Сработал. Красота. Пока мы там наблюдали, подращивали на мормышечку. Хочу же определить, на какую удочку, на какую оснастку лучше будет брать. Пока что на обычную оснастку с крючочком 2. А на ту только один. Но была поклевка, подыгрывал и он клюнул. Но там потянул быстрее, выложил так хорошо поплавочку, не заснял. Давай норочку. Так, сейчас удлиним подсаку. Она тут сзади раскручивается. Опс. Так, откручиваем голову. Сзади вытаскиваем. Раз. И с обратной стороны одеваем. О, ребят, вот совсем другое дело. Смотрите, какая теперь длина получилась. Фу. Бомба, можно издалека брать. Все. О, блин, хотел перезабросить пятерочку. А он там уже сидит, вы представляете? А он там сидит. Фух. Эпана. Снова такой грамм 300. Стой. Ой, зацепился за бороду. Видали? На дурака это называется. Тюк. На пуфики медовые. На мормышечку клюет. Давай. Короче, друзья, а то подошел лещ, поклевал, поймал я 5 штук, еще один без, не успел снять на камеру, и все, и тишина, молчит. Ни лещ, ни карасик, дубом. Сейчас, наверное, поедем на другой водоем, карасиков подергаем на удочку, да? Ну а то что его ждать? Не клюет и не клюет, хрен с ним. Лещ такая рыба, что он бегает, то тормознулся на прикормочку, чуть-чуть пожрал и побежал дальше. Собацюра, блин. Ладно, сейчас этих отпустим, наверное, да? Зачем нам эти лещи? И поедем карасиков дергать. Так, где там вы, братаны? Ха, смотрите, какие фанера, блин. Живой корм для нашей рыбы. Я же спиннингист, то это для меня не считается. Ну, то есть спиннингисты лещей разных там плотву за рыбу не считают. Это как живой корм для нашей рыбы, на которой мы охотимся. Так что пускай она живет. Пускай хищник кушает. Нате, кушайте. Судаки и щуки. И растите большие. И приплывайте к нам, клюйте. А мы сейчас поедем, поймаем еды. А еда это для нас. Карасики маленькие такие. На ладошку. Капец, друзья. А здесь туман. И народа куча сидит. Сидят там вон, в тумане, как ежики в тумане. Видели, какая погода? Но нам же пофиг, ребятки, я нахожусь на том водоеме, где моя вымазка, где-то там в тумане моя вымазка стоит. Тут, где вода упала, досыхает нас водоем, блин, видите, капец. Вот аж куда вода была, вон аж поверх вода была, видите, дамба он сухая уже стоит. Все, вода там не течет, видали? Так, где те ежики в тумане? Во. Один ежик.
Там дальше еще сидят. Так, начнем с одной удочки, с мормышечки и ставим сюда опана. Медового пуфика. Я на медовое здесь неплохо карасика ловил. Сейчас посмотрим в такую погоду, что он скажет. Елки-палки. Лес густой. И маночки ему. На, братан, жуй. На тебе бутика. О, красотень. Так. Ну что, карасики, давайте ловитесь небольшие. Больших карасей еще нам не надо. А такие на ладошку и чуть-чуть больше будет самое то. Размотал я 7-метровую удочку. Оп, здесь попробуем забросить на одни пуфики без маночки. Пока что рыбка молчит. Не хочет в туман ловиться. Видали, как и лещи. Карасики наши, чебурасики не хотят клевать. Хулиганы какие. Опа, ребятки, ура, первая рыба. Ничего себе, смотрите, как сопротивляется. О, карпушка клюнул, ё-моё. А я думаю, надо подсачку положить, а потом, так, тут карпушек же нет. Ух, удочка красиво отрабатывает, смотрите. И клюнул маленький карпушек. Ё-моё. Да? Маленький, маленький тузик. Ага, но все равно ж первый, братан. Блин, так, надо карасиков, клюют карпа. Когда надо карпа, то вообще ни хрена не клюет, да? Сазанчик маленький, иди сюда. Да стой, стой, стой. Не хочу его поранить, блин. Стой. А. Во, ребятки. Сазанчик маленький, на удочку такой грамм 800, чё? Говорит, что-то там нам рассказывает. На медового пуфика и на маночку. Так, братику, такая рыбка нам не нужна. Карасевичей зови. О. Давай карасиков позови. Позови мне карасиков пару десятков. Давай, иди. Давай. О, смотрите, уплывать не хочет. Говорит, понравилось ему. То смотрите, как медленно уходит. Поплыл. Хулиган. Я же говорил, что пуфики жестрим рулят. На безрыбье и карп-рыба. Так. А я маночки новой заколотил. Напшикал туда пшикалки. Как она? Чебрец. Во, чебрец. На чебрец хорошо карасики ловились. А клюнул карпуша, ё-моё. Видите? Новый шприц. Есть чебрец. И в этом шприце чук, осталась та на леща. А теперь с десяток карасика давайте. Хоп, я ж просил маленькую рыбку. Когда я просил большую рыбку, лещи клевали небольшие. А теперь прошу маленькую рыбку. А клюют карпы собаки. Давай, кто-то там клюет, давай. Опа, на 7-метровочку. Клюнул на чистый пуфик. Карасик. Карасик, ура, ребятки. Ух ты, блин. И отпал. Во, во, карасики, народ, блин. Такие ладошечные-то. Где ценного товара? В норочку. Первым будем в норке. Так, хорошо. Самого маленького пуфика выбираем под этот, под эти карасики. Главное только, чтобы клевали. Опа-на. Опа-на. Так. Полетел. Будь. 7-метровка забрасывает на середину водоема. Опа.
И снова на пуфике, ребятки. Карасик. Красотень. Красотень, мои любимые карасики. Чебурасики. Вот он, жировой размерчик. Блин, никакая красная рыба не равняется с такими карасиками, ребятки. Но это для меня самая вкусная рыбка. Ай, красота. Иди, братик. Опа. В мирочку. О, наконец-то. Солнышко хочет выйти. Снова солнышко. Ура. Может, сейчас начнет брать. Ох ты, наконец-то. А наконец-то карасик на мармышенцию. Я говорю, сейчас солнышко выйдет, и он проснется. Эх, нажрался прикормки, пузатый какой, смотрите. Нажрался там прикормочки с горохом карповым. Давай луночку, а тут маночка и медовый пуфик сработали. А вот и он, следующий пошел на мормышечку. О, красивый тут уже. Хорошенький, прям хорошенький идет. Ух, ничего себе. Эх, ребят, это уже монстр для того водоема. Посмотрите, какой красивый, здоровенный. О, красавчик. Ай, красавчик. Чик. О, маночка и не спадает. Значит, ставим просто пуфика туда. Манку накручивать не будем. Наверх пуфик и вперед. Опа-на. Вот так. И запускаем. Запускаем. Ай, иди сюда. Ай, красота. Когда карасики начали клевать. Хопана. Совместно пуфик. Опа. Чуть-чуть он желтенького остался. Пуфика, видите, на крючке. Оп, с маночкой. Красотень. Мормышечка работает. Норку. Сюда, братан. Ух, как повел. Такой небольшой, блин, а так. Стой. Такой небольшой, а так, блин, водит. Так. Нихрена себе загибает нашу 7-метровочку. Иди сюда и на мормышечку карасик хорошенький. Красавчик. Вот это я понимаю, блин. Пошла рыбалочка. Смотрите какой. Ух, блин, больше как на ладошку.
Ну что, друзья, я думаю, мне хватит. Удовольствие получил, на покушать поймал. Хорош. Посмотрим, что мы там поймали. Так, ну что там наши карасики? О, немного есть, блин. О, смотри-ка, туда. Ребятки, где же мы? Так тут на 4 сковородки карасевича. Десятков 3, наверное, поймал. Бомба. Да еще и хорошенькие такие есть, видали? Ого, у меня таких вот 2 карасика. И я накушался. Короче, друзья, рыбалочка получилась кайфовая. Хоть и пришлось поменять 2 водоема, но все равно прикормка и пуфики сделали свое дело. Удовольствие получил, еду поймал, что и надо было доказать. Теперь, ребятки, внимание! Хочу обратить ваше внимание на новый костюмчик от компании BAFT, BAFT Sky Pro. Друзья, катаю его уже месяц, обкатал его в ветер, не продувается полностью, 100% непродуваемость. Ребятки, покатал его в дождь, целый день рыбачил, хоть бы хрень, вода просто скатывается с него. То есть 10 тысяч водонепроницаемость, действительно так и есть. И дышащий, этот костюм дышащий, 8 тысяч миллиметров дышащая его способность. Также ходил я по горам, вверх-вниз, но... Чтобы дышал костюм, ребятки, надо правильно одеваться. То есть надо одевать термобелье. На мне сегодня одето теплое термобелье BAFT Graphite. И флисовый костюмчик BAFT Polar называется. И еще, ребятки, самое главное. Вся продукция BAFT, все костюмы, то есть экипировочка BAFT, сертифицирована по украинским ГОСТам. Все костюмы прошли испытания в Украине, в украинских лабораториях. И если здесь написано 10 тысяч, то это доказано в лабораториях. То есть вся продукция сертифицирована. Это единственная рыболовная продукция, которая сертифицирована в Украине. А то там другие фирмы пишут там 20 на 10, там 15 на 15. Мы отдавали те костюмы, ребятки, наполовину врут собаки. Даже известные фирмы врут подлюки, врут. Просто разводят нас как лохов, блин. Короче, такое. Одевайтесь правильно и всегда будете чувствовать себя классно на рыбалочке. Всегда будете себя чувствовать комфортно. А комфорт на рыбалочке, вы же знаете, это залог успеха. Тогда и рыбку тебе приятно ловить. Короче, все, ребятки, не сидим дома. Выезжайте на рыбалочки и пускай у вас ловится рыбка. А, и да, народ, для тех, кто снимает видео, для блогеров или кто хочет купить себе экшн-камеру. Я купил GoPro 10. Заявляю вам откровенно и открыто. Камера говно. GoPro говно. Короче, GoPro-шки с 5-й GoPro все глючные. И это глючит так же, как и все 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я. Я их все перебрал. Все говно. 10-ка то же самое. Глючит, блин, вырубается, зависает. Ошибка сим-карты. И я эти сим-карты менял уже разные всякие. Ставил разных производителей. Ни хрена. Все равно, короче, глючит. GoPro, вы вообще там охренели. Сделайте нормальную камеру. К вам обращаюсь. Что за глюки, блин? За такие деньги и глючит камера. Ну, блин. Глаз получите. Всем ни хвоста, ни чешуи. А с вами был Михалыч, канал Клуб Рыбаков. И всем... Пока-пока.